Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые гости, дамы и господа, еще раз от всей души, Касым-Жомарт Кемелевич, приветствую вас в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну. Вы совершаете официальный визит в Азербайджан, что является проявлением дружбы и братства между нашими народами. Сегодня в рамках визита состоялись обстоятельные переговоры, обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, вопросам, связанным с региональной безопасностью, с вопросами международной проблематики. Подписано много документов, некоторые из них подписаны в нашем присутствии, а всего более 20 документов подписано сегодня между соответствующими структурами, что создает еще более широкую правовую базу наших отношений. Конечно же, среди этих документов особо хотел бы отметить только что подписанную декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнических взаимоотношений между Казахстаном и Азербайджаном, что само название этой декларации говорит о важности этого документа. Мы не только стратегические партнеры, но и союзники, и это накладывает, конечно, особую ответственность на нас, и мы к этой ответственности готовы. Декларация охватывает очень много направлений нашего сотрудничества и, конечно же, будет служить очень серьезной базой для наших будущих действий. Мы определили пути развития нашего сотрудничества на международной арене. Мы активно взаимодействуем в ведущих международных организациях. И, конечно же, создаются новые предпосылки для многостороннего сотрудничества. В июне в Баку состоялась встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции, что является новым форматом многостороннего сотрудничества. И это сотрудничество имеет большую перспективу. Также совместной декларацией отражено возможное дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества Азербайджана с 5 центральноазиатскими странами, что также является, думаю, естественным, поскольку и история, и традиции, и культура наших народов диктуют более тесное взаимодействие во всех сферах. Мы сегодня подробно говорили о сферах транспортно-логистического направления и дали соответствующие поручения членам правительства интенсифицировать контакты, поскольку средний коридор, который объединяет наши страны, имеет очень большую перспективу. И в Казахстане, и в Азербайджане уже создана современная инфраструктура, которая позволяет транспортировать большие объемы грузов. Но мы определили дальнейшие направления сотрудничества с тем, чтобы еще больше увеличить пропускную способность среднего коридора. Также в совместной декларации отмечена важность соединения Восточно-Зангезурского района Азербайджана с Нахчеванской автономной республики Азербайджана, что также будет частью среднего коридора. И я проинформировал Касым-Жомарт Кемелевича о той работе, которую мы осуществляем на освобожденных территориях. Хотел бы, пользуясь возможностью, еще раз выразить благодарность президенту Казахстана за инициативу по созданию в городе Физули, освобожденной от оккупации, Центра творческого развития детей. Сегодня презентация этого центра была сделана, и мы еще раз увидели, насколько тепло в Казахстане относится к проблеме возвращения бывших беженцев, насколько эта проблема также актуальна и для Казахстана. И мы очень благодарны за эту инициативу, это проявление дружбы, братства, солидарности. И уверен, что Центр творчества детей, который будет носить имя великого сына казахского народа Курмангазы, помимо всего прочего, также будет и центром казахстанско-азербайджанской дружбы.
Я еще раз хотел бы выразить благодарность президенту Казахстана за награждение меня высшим орденом Казахстана, орденом Алтын Кыран, что переводится как «Золотой орел». Я расцениваю это как дань уважения всему азербайджанскому народу, как выражение отношения к тем усилиям, которые я прилагал и буду прилагать для развития братских отношений между нашими странами и народами. Сегодня во время нашей встречи я подробно информировал президента Казахстана о нынешнем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и также подтвердил намерение Азербайджана к установлению долгосрочного и прочного мира в регионе Южного Кавказа. Также выразил благодарность за постоянную поддержку со стороны Казахстана нам и во время оккупации в рамках международных структур поддержка территориальной целостности Азербайджана, так и после Второй Карабахской войны. Мы это в Азербайджане хорошо знаем и очень высоко ценим. Мы также коснулись вопроса сегодня в рамках бесед и обсуждений, как увеличить товарооборот, но думаю, что вот концентрация именно на тех приоритетных направлениях нашего взаимодействия в рамках транспортно-логистической сферы, в свою очередь, позволит и осуществлять больше экспортно-импортных операций. И я думаю, что есть большой потенциал. Думаю, что президент Казахстана озвучил цифру, к которой мы должны стремиться. Товарооборот $1 миллиард. Думаю, что это вполне реально. С учетом вот нацеленности обеих сторон на углубление нашего взаимодействия. И, конечно, обсуждали и другие вопросы, связанные с сферой ИКТ, вопросы гуманитарного сотрудничества. Иными словами, сегодня, значит, сфера обсуждения была достаточно обширна, и по каждому направлению мы видим полное совпадение взглядов наших стран, что еще раз говорит о том, что Казахстан и Азербайджан не только на словах, но и на деле являются стратегическими партнерами и союзниками. Я еще раз хочу выразить благодарность президенту Казахстана за визит в нашу страну, за то отношение, которое мы видим с его стороны, со стороны братского казахского народа. Хочу пожелать от своего имени, от имени всего азербайджанского народа успехов во всех начинаниях Касым-Жомарта Кемелевича. Я уже во время беседы выразил свое отношение к тем реформам, которые он проводит, к реформам, направленным на экономическое развитие, шагам, направленным на укрепление независимости суверенитета Казахстана. Мы в Азербайджане полностью поддерживаем эти реформы, и самое главное, что они поддерживаются народом Казахстана, который видит, что слова и дела президента не расходятся между собой. Наоборот, видят результаты деятельности Касым-Жомарта Кемелевича по дальнейшему развитию Казахстана. Мы этому как друзья, как братья очень рады и хотим пожелать дальнейших успехов всему братскому народу Казахстана, благополучия и мира. Благодарю за внимание.